И в старых обычно видят, но не видят первых, нет. И да. Спасибо, очень хорошо. В Малом зале театра «Самарт» вовсю идет репетиция трехгрошовой оперы по Брехту. Режиссер из Германии Доминик Бютнер уже называет себя обрусевшим. С первого взгляда влюбился в Россию и в русских актеров. И даже поверил в то, что русская душа не просто слова, она действительно существует. Я был приятно удивлен тем, как многие артисты театра хорошо поют и как они легко и профессионально двигаются. Ведь это особенности моей работы. Все три вещи очень важны – и пение, движение и слово. И в этом они великие. Эту золотую репку в Самарте тянут уже в 12-й раз, и на этом фестивале символично покажут 12 спектаклей. Этот фестиваль посвящен именно молодой режиссуре, которые в те или иные годы участвовали в этих лабораториях. За 11 лет это 47 участников фестиваля. И 6 спектаклей поставлены в нашем театре, не говоря уже о тех театрах страны, в которых уже за эти годы, начиная с 97-го года, поставлена масса спектаклей. Это уже зрелая режиссура. В этом году на фестиваль приехали не только режиссеры из Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и других городов России. Зрители смогут увидеть постановки мастеров из Германии, Швейцарии и Китая. Такая широкая география позволяет не просто обмениваться опытом, но и налаживать крепкие дружеские связи. Этот фестиваль на протяжении уже многих лет доставляет и удовольствие нашим зрителям, и позволяет каждый раз увидеть что-то новое, необычное, выйти за рамки того, что мы постоянно с вами видим здесь, в Самарской области. Хотя при этом надо сказать, что наши самарские театры сегодня работают на очень неплохом уровне. Основная программа «Золотой репки» начнется 8 сентября с «Милого Сашеньки» от саратовского ТЮЗа, а завершится 13 числа спектаклем «Самарта» «Манюня». Также на суд зрителя вынесут и эскизы, которыми уже со 2 сентября занимаются в рамках театральной лаборатории. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.